Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в одном из своих выступлений отметил: «Сегодня казак – человек слова и дела. Он стоит на страже закона, охраняет правопорядок, обеспечивает стабильность и мир». Казачество, по словам главы региона, нужно Кубани. В нем будущее края – основа самосознания, фундамент, на котором строится общество. В Славянском районе казаки – активные участники социально-культурной жизни. Пример тому – районная патриотическая акция «Кубанское казачество. Верность, честь и слава», которая прошла в прибрежном сельском поселении. Этот год для нашего региона особенный, юбилейный. Исполняется 80 лет образования Краснодарского края и 225 лет освоения казаками кубанских земель. В преддверии памятных дат в нашем районе в каждом сельском поселении проводится районная патриотическая акция «Кубанское казачество. Верность, честь и слава». Главной целью этой акции является сохранение и развитие традиционной казачьей культуры, воспитание молодого поколения в духе патриотизма и любви к малой родине. Этой работой в прибрежном поселении занимаются казаки хуторского общества. В современном мире очень большое внимание уделяется вопросам патриотизма нашего молодого поколения. Для чего? Для того, чтобы воспитать настоящих патриотов, воспитать настоящих воинов, настоящих героев в дальнейшем. Для того, чтобы эти люди ценили нашу жизнь, ценили нашу малую родину. Они понимали, для чего старались наши предки, для чего все создавалось. Перед началом мероприятия в фойе сельского дома культуры «Прибрежный» была организована выставка. Все желающие могли познакомиться с историей кубанского казачества, а также изучить биографии казаков прибрежного поселения. Культуру казачества здесь стараются передать и через творчество. Так, в этот день со сцены сельского дома культуры звучало много казачьих песен. На мероприятие приехали учащиеся казачьих классов 7 и 8 общеобразовательных школ. Здесь свои традиции, свой уклад и устои. Они гордо называют себя наследниками былой казачьей славы. Мы изучаем быт, традиции, историю казаков, чем они занимаются. Мне нравится изучать, чем они занимаются, что они там раньше делали. Я горжусь ими, их поступками, за то, что они спасали нашу родину. В акции принимали участие не только школьники, но и жители прибрежного сельского поселения. Некоторые приходили целыми семьями. Супруги Любовь Калих и Алексей Трухляк признаются, что очень любят казачьи песни и с удовольствием поют их сами. Скакал казак через долину, через кавказские поля скакал, вон садиком зеленым, кольцо блестело на руке. Районная патриотическая акция «Кубанское казачество. Верность, честь и слава» пройдет во всех поселениях нашего района. Надежда Калинина, Александр Косицын, программа «События».